И вот пример из последнего испанского тура. Райо Вальекано приехал в гости к лидеру Валенсии и всю игру терпеливо караулил ошибки более именитого соперника. На 34-й минуте такая оплошность случилась, и Болич решился на смелый удар. Взгляд Канисараса выражает полное непонимание происшедшего. Вальекано уходит на перерыв, так и не позволив создать ничего серьезного около своих ворот. Во втором тайме мадридцы показали, что хорошо умеют пользоваться предоставляемой свободой. Если Валенсия на секунду расслаблялась, Райо тут же угрожал Канисарасу. На 53-й минуте хозяева сначала не обратили внимания на передачу с фланга, а потом и на удар Митчелла, и счет стал совсем неожиданным 0-2. Матч с Валенсией позволил рассмотреть и плюсы, и минусы Райо Вальекано. При двукратном преимуществе команда инстинктивно отодвинулась назад. Причем сделала это не вполне умело. Сокращение счета Мингетой показательно. Мадридцы слишком близко подпустили Валенсию к своим воротам. И хозяева после этого взялись за дело еще решительнее. Райо Вальекано в итоге не смог сдержать давление. На 93-й минуте Диего Алонсо катнул мяч не сильно, но точно. Валенсия радуется так, будто побеждена Барселона. И это неудивительно. В первой трети чемпионата Райо удается играть лучше, чем традиционным испанским грандам.